Доброе утро, друзья! С вами я, Петр Квитковский. И мое сегодняшнее видео продиктовано завтрашним поединком между Сергеем Ковалевым и Канело. Уже большинство знатоков мирового бокса высказало свое мнение и приходят к выводу, что победит в этом поединке Канело. Поэтому я буду максимально краток и не буду говорить о преимуществах Канело, я только лишь скажу о Сергее Ковалеве. У Сергея, безусловно, есть минимальный шанс победить, только в том случае, если он использует свою длину рук, рост и, ну, естественно, свой нокаутирующий удар. Но это произойдет только в том случае, если Канело позволит ему сделать это. А позволит он ему это сделать, это большой вопрос. И тем не менее, я желаю Сергею победы и будем надеяться, что Сергей победит. Всего доброго, друзья!